Мы находимся на четвертом доме. Здесь завершается установка фасадных панелей и остекление балконных блоков. Отдельно хочу рассказать про подъезды. Уже выложен пол керамогранитом, выбрали серый оттенок. Также укладывается плитка в зоне лифтовых холлов. Также активно идет монтаж потолков. В этом доме решили совместить реечное решение и подвесной. Сейчас мы с вами находимся в колясочной. Как видите, отделочные работы здесь уже завершены. Активно идут работы по благоустройству двора четвертого дома. Уже выполнено частичное озеленение. Завезли детские спортивные площадки, а также заливают парковочные карманы и формируют дорожки. По шестому дому идут монолитные работы уже на 11 этаже. Продолжается устройство кирпичной кладки. Также мы приступили к монтажу утеплителя. На седьмом доме установлена монолитная опалубка уже на 14 этаже. Восьмой дом заливается, восьмой этаж.